зовут Светлана Владимировна Косенко. С прибором я познакомилась не так давно, где-то месяц назад. Пришла я к нему, потому что было очень непростое состояние, вирусная пневмония, сильный кашель, состояние было ужасное, слабость, ну и вообще очень плохо себя чувствовала. Галина Александровна Назаренко мне посоветовала этот прибор, так как она уже с ним сталкивалась, не со Smart Life, немного с другими, Android и M-ка, но потом она посоветовала именно Smart Life, сказала, что это более современный, более сильный прибор, и поэтому... Все данные свои я дала сыну, который изучил сайт, изучил, с Валентином пообщался, изучил это все и пришел к выводу, что мама, мы покупаем, бери, был выбор какой-то, и мы пришли к выводу, что надо брать вот этот Smart Life. И вот три недели я, ну, первое запрограммировала программу очистку Smart Life, и так как мои проблемы бронхи, пневмония и так далее, я запрограммировала себе, нашла бронхит, потом пневмонию, ну, пневмонию сейчас я убрала, потому что у меня уже эта проблема отпала, но кашель, бронхит и различные другие из терапевтических программ, из антипаразитарных программ выбрала все, что касается кашля и бронхита. И вы знаете, действительно, результат я получила, потому что вот кто меня знает, что еще, конечно, проблема не ушла. Однако состояние намного лучше, кашлю я меньше. И действительно результаты получаю, поэтому мне нравится этот прибор, и я буду им пользоваться, продолжать. Я надеюсь, что в конце концов я избавлюсь вообще полностью от своей проблемы.